Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Пятый танк, смотри. Ну, понятно. Ну, в смысле, пиздец, ребята, серьезно. И то я сдох. Это у тебя ОЕшка, в смысле, не игнорируется, что ли? Прикинь, нет, я не знал. Я думаю, дай-ка посмотрю на ебаш эту хуйню. Я думаю, нихуя себе. Я выбирал цель, бил бомба. Да все равно они меня прям агрятся и все, блядь, ебали. Не-не, короче, она это. Их бьет в полном объеме и замедляет еще. Просто нужно хотя бы два элемчика. Ну странно, то он, блядь, бегал, то его подвинули, пиздец. Вот это да. Там не будет странные, там разбойники странные, да, разбойники? Они, блядь, их, они по гиру слабые, чё они там на пуле? Ну, конечно, когда на Даркиса напуливаешь, на Терминона, блядь, пуля не там на пуле. А, ну окей. Я вообще вначале чуть не сдох. Да, блядь, кровавый, намиказы, блядь. Открывайте Google, какой... пока трэш, и ищите макрос не на цель цели, блядь, а на конкретную цель. Без выбора цели. Это, какой РСХМ тут, блядь, ссылка-то, блядь, сейчас вайпнемся. На АФК. Там депс есть у кого-нибудь посмотреть, как у нее есть фото на колупал. У тебя есть white DPS? Хуё у тебя дело, как у меня там 17 тысяч выдавили и все. 17 тысяч выдавили? 17. Ну ты 11 место, я 12. Хуёв, короче, все. Не знаю, ты на прошлом орке 24 дал. Не надо скидывать в дис такой DPS, пожалуйста. Так мы чё, до какого босса тут идем в итоге? До последнего. До скола. До тала. До тала. Лёха сказал, курите до 3 часов. Просто значит, сказали, 4 осколка и РСХМ. Да не будет РСХМ. Да какой вам РСХМ? РСХМ. Прикалываетесь. Какой РСХМ? Ну, блядь, пиздец. Я прилетел в РСХМ, гай. Здесь замен будет до жопы, если РСКМ пойдет. Блять, ебать у вас логика, конечно. Все, пиздец, давайте не будем ходить. Все, расход вот. И пошли. В смысле, а что, лучше ЦЛК провести на поле? А хули тогда? Лучше давайте забьем. Все, какие вопросы. Да что вы несете херню какую-то? Идите лучше трэш наверху бейте. Типа, у тебя неделя впереди будет, а РСХМ, я думаю. Поставь на этих меточки. Сегодня будет ОКХМ, нет? Будет. А во сколько Лёша говорил? 3. Если я вас поезд. Ладно. Не агри сейчас, пожалуйста, я тут БОЕшку где-то должен забрать. Валяй.
забрал? Без реже у тебя ловушки там. Да, да. Нормально. Одну уже без реже. Но обезрежьте вот этих мобов, потом собаку. Чё, маленький что ли вас тут сгрызают? Все эти черепов. Чё, мы в 2 хила? Где я её остановил? А, что рвёт? Просто отец, шторы, мосохи. Ну что рамер? А вот ленточка у меня. О, ленточка. Еще одна ловушка обезрежет. А чё босса-то двигали, мне кто-нибудь скажет, на орк? Грустно, на не того дали, пуну убежал. Скучно стало, и стали двигать его. Нет, так всё равно, даже если этот рок напулил в ДД, в Туралеонок, он, блядь, не мог гросса рвать. Ты понимаешь, что босса можно не только двигать, он еще и сам двигаться может. То есть, ну, два варианта есть. Вот, и он как бы двигался сам. Луцинь первый. Споры знаете, да, как? Три точки. Че, Розели написал что-то? Поставьте шкаф. Розели, а тут? Нет, и здесь они он с мякой еще бегут. Последний чек. Че, рыбы нету, нет? Ёбаный в рот. Ну, тотем, охуенно. Это БП. Бей, босс. Хуй, да. Ну, это не мой тотем, я не знаю. Поставь в центре, вот, кружочка, брат. Помолчите. Ты в ДЦ, да? Да, да. Споры лучше три славливайте, чтобы потом не обрыгаться. Спасибо за. Демон бафа нихуя нету. Пять тел блюет, рейндж не соблюдаете. Даркис, Грин Персик, Штура и Пончик. Между вами рейндж между кем-то не набран. Станьте в рейндж. 15 метров. После спор рейндж слабый. Только 3 человека должны убивать, а не 4. Сейчас по рейду меньше хила, по танку больше. Кончик дави ему. Через 3 секунды. После едкой заберу. Мили 2 споры. Едка 5 секунд. Заход эти рейд. Забираю.
везде споры в одну точку не надо ставить. Будет сильнее хилим сейчас. Сколько там секунд у тебя? 13. Как скинуть? Ну, там, в принципе, я дубовую тогда. Тухлобус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец. Бля, ребят, где Димон баф? Вообще не серьезно. Он ОФК. Он раз... Я писал, что отойду и био срочно должен быть включен. Он даванул нормально. Подхожу в лужу босса бью. Хорошо, хорошо. Еще кто-то. Что нахуй тут, блядь, час пиздец. Нихуя не пройдем. На ОФ бы взял говнище это носово. Вот это вот кожаное с духом, с критом. А можно рыбу поставить? Да хуя народу упало. Ты можешь еще сотку начислить Роги, который третью свору не вынес. За него два человека сдох. Я сейчас начислю. Это кровавый... Вообще, что-то да. Много новых личностей. Кровавый взор это был, по-моему, да? Да, да. Че, какую спору не вынес? Одна спора была на танке, одна спора была в миле. Они никак не соприкасались друг с другом. Да. В чем здесь это? Ты не вылез в РДД, и в РДД осталось спорно. Как там была одна спора? Спору на танке, спора. Это считается спорой в миле. Танк не будет бегать тебе никуда. То есть, одна спора была на 20 ебальников, да, отлично. Ну, а в миликах-то не была ни одна спора. Если на танке спора была, значит, это в миле-зоне, милая зона поднимает. Миликам нужно тогда подойти в центр босса, а все стояли сзади. Поэтому я никуда не выносил. Так бы не получили милики спору. Надо было его. Это дискуссия на другой раз. Вынес бы, они бы подвинули. Тебе надо МЗР это говнище? Мы босса сейчас добиваем уже, чтобы закрыть и оставить здесь профа только. И уходим отсюда. На боссе на слизнях еще он добежит. Внимайте, кто он. Кто на слизнях? Я. А, окей. Жнёк. Ну, пристава. Дух. Отчет. Рыба. Никакой рыбы нет. Ну, половина рейд. Что с Герой? Давать не надо? Давай Геру.
шторы. И грин перси. Между собой здесь надо рейндж 12 метров. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка, вонючка! Лужи бежим, что стоим. Четыре бьют вместо 5, 6, 7 человек бьют вместо 3. Рейндж между собой 12 метров. Локи. Привет. Даркис, Локи. Сбросьте агро. Служи, выходи, я вот. Отличные новости, народ. Служи, сову захиливать. Для подачи ядовитой смеси. Не спойте рогу, видите, блять, он сдохнет сейчас. Так, Мэнни, ты у меня первую кровь забрал вроде бы, да? Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Чё, ты РС-ку хочешь? Да, всё, идём в РС. Чё, ты собрал после? Мяка, дай порт вдал. Да, собрал. Этот, на мейн нужен кому-то медальон? А у тебя до этого что за посох был? Медведоёжу нужен медальон. Ага. 389. Пускай. У тебя до этого 264 был, да, получается? У меня посох, да, 264 квестовый был. А ну ты сейчас неплохо-то капнешься.